Всем привет! На носу Новый год. Разные люди в каждой стране празднуют его по-разному. Иногда даже очень непривычно для нас. К примеру, в Италии Деда Мороза заменяет Папа Натали. И считается, что Новый год нужно встречать, освободившись от всего старого. Поэтому в эту ночь принято выбросить все старые вещи. В Дубае есть добрая фея Бибана. Именно она, по поверьям, открывает двери своим золотым ключиком и, войдя в комнату, наполняет носки подарками, специально подвешенными над камином. А тому, кто плохо учился или шалил, фея оставляет щепотку золы или уголек. А вот в Великобритании Новый год хоть и не такой важный праздник, но отмечает его поистине сказочно. Лорд Беспорядок везет с собой карнавальное шествие, в котором участвуют Хобби Хорс, Мартовский Заяц, Шалтай и Болтай и многие другие. К праздничному столу подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом. В Шотландии в новогоднюю ночь отправляется к гостям с ломтиком пирога, стаканом вина и кусочком угля. По их обычаю, это самый верный способ обеспечить хозяев едой, водой и теплом на целый год. На Новый год в этой стране готовят традиционные блюда. На завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг и кусочек сыра. На обед – вареного гуся и бифштекс, а на ужин – запеченные яблоки. В Микронезии все считают, что в Новый год с новым именем. Это делается для того, чтобы запутать злых духов. А как вы отмечаете Новый год и какие традиции придерживаетесь? Напишите в комментариях. И не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо, всем пока!